Мы забронировали на сайте Добово квартиру однокомнатную в городе Ровно. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Так, это вход в квартиру, коридор. Здесь сразу у нас большой шкаф-купе с зеркальными дверями. Есть утюг, фен. Есть уже даже тапочки. Шкафчики. Здесь у нас вешалки. Дальше у нас по коридору идет кухня. Кухня все. Есть холодильник. Балкон здесь на кухне с видом во двор. На кухне есть плита, чайник. В шкафчиках у нас есть посуда. Здесь сушилка, посуда есть. Что еще здесь есть? Столовые принадлежности. Сковородка, кастрюля. Все чистенько, аккуратненько. Стул, стулья. Дальше у нас по коридорчику идет красивые двери, такие во всей комнате. Здесь у нас ванна, комната и санузел. Так, есть стиральная машина, полотенца все нам были выданы. Чистая, хорошая, аккуратная ванна, все новенькое. Потолок красивый. Здесь везде красивые очень потолки. Дальше мы идем по коридорчику. Здесь у нас комната. Спальня. Большая кровать широкая. Красивый потолок черный, в котором отражается кровать. Это люстра на потолке. Большое красивое дерево. Телевизор на стене. Все, минимум мебели, зато просторно. Окно в комнате без балкона. Так, вроде бы мы все посмотрели.